Приветствую вас, дорогие друзья, на канале «Наш быт». Меня зовут Сергей. И сегодня у нас в нашем быту случился такой случай. В принципе, он, можно сказать, не сильный, незначительный. Вот цветы, пионы. Мы их оставили на ночь. Ну, вернее, не мы. Я как бы на это просто не обратил внимания. Жена оставила их на ночь в спальне. Ну и просыпаемся, и мы чувствуем, что вот что-то не то. Для меня это я почувствовал, хотя, вот, может быть, только я чувствительный. Но потом я подумал, ведь на самом-то деле вот даже не нужно обладать какими-то знаниями в области этого, какие цветы нужны, не нужны. Ведь в самом деле, чтобы отдыхать нервной системе в целом, чтобы нервная система отдыхала, ведь должны быть нейтральные запахи. Если запахи будь-то приятные или неприятные, то они, ну, положительные, отрицательные, скажем так, то они в любом случае влияют на нервную систему. Так вот, для того, чтобы нервная система хорошо отдыхала, не нужны запахи в спальне. Не нужны запахи, хорошие они, либо они плохие. Для того, чтобы хорошо спать, выспаться, отдохнуть, старайтесь избегать различных запахов в той комнате, где вы отдыхаете. Если вы хотите на самом деле как-то приукрасить свою жизнь, то, пожалуйста, это не запрещено. Но для того, чтобы, вот приведу такую аналогию, чтобы отдыхать, вам нравится, например, зеленый цвет там, или розовый, но чтобы отдохнуть, вы же не включаете свет с лампочкой, которая излучает вот эти цвета, потому что они вам нравятся. Нет, вы просто выключаете, и вот нейтральный такой темный цвет, темно, тогда нервная система отдыхает. Тогда вы будете отдыхать, тогда вы выспитесь, тогда будет все хорошо, и вы встанете бодренькими. Всего вам доброго!